Once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Нет! Назад! Страж! Состоит из граждан. После недавней кампании городская казна Теперь в моей мастерской работает. Спасибо, сеньор. Заходите еще. Подходите, уважаемый. Понимаю. Хорошо, я закажу больше за прихожую позору. Граждане, после недавней кампании городская казна. Подходи, не стесняйся. Я всего лишь лекарь. 8 лет брака, и этот сукин сын вернулся к своей бывшей. Прошу, научите его уважать меня! Благородные цены для благородных... Носите больных и раненых. Баста!
Не нужно ссориться. Пожалуй, мне тоже надо придумать, как оставаться в форме. Отходите, друзья! Свежая овечья моча. Если вам нужен отличный товар за хорошую цену, мы пришли в нужное место. Этот эликсир состоит из гранатового сока и свинца. Подходите, люди. У меня десятки новых произведений талантливых молодых художников. На мой товар. Сейчас лучшего не найдете, обещаю. Этот эликсир состоит из гранатового сока и свинца. Ну и... Что за глупость? О чем я только думал? Конечно, я люблю свою жену. Что с ним такое? Нужно сматываться. Бежим! Ну, может, в другой раз. Вам надоело сбывать новые камни? Это сложно. Ну, значит, что... Теперь в моей мастерской работает еще два из них. Как говорится... Назад, убийца! Вор, держи его!
Граждане республики, в связи с увеличением числа утонувших в Гранд-Канале, городской совет запрещает гондольерам злоупотреблять выпивкой. Пусть твоя гнилая душа отправляется. Защити меня. Безумцы сумасшедшие, бегите. Отлично! Я знал, что на тебя можно положиться. Насколько низкий у него. У него есть все: оружие, доспехи, замки и столовые. Приносите больных и раненых. В течение трех поколений. Посмотрите на мою небольшую гль. Ну, в другой раз. Фестиваля на площади Сан-Поло. Он закончит на виселице, если не остановится. Дож повелел ввести стандарты для изготовления фейерверков. Полный текст указа вывешен в здании гильдии. Там что-то было. Что-то брошенное много лет назад.
Без Джона это было легко. Дополнительный налог на предметы роскоши. Подходи. Так уже лучше, но я всегда говорю, лучшее лечение – это профилактика. А что я сделал? Я в Гранд-Канале. Чудесно. Сначала небольшой. Из какой вонючей дыры ты вылез, безмозглый кретин? Восточными пряностями облагаются новым налогом на содержание. Подходите, друзья. Понимаю. Хорошо, я закажу больше запрестольных образов. Катардо, дерись как мужчина. Что он делает? Чувство. Выиграй для меня немного времени. Сегодня ты умрешь. Бен Фатт, браво. Давайте найдем себе защитники того, кого они боятся. А вот и он. Слава богу, что вы здесь, амиго. Слушайте! Я распродаю излишки товара по весьма привлекательным ценам! Подходите, друзья мои! На этой неделе я отдаю товары почти даром! Молодец! Наконец-ка на них спрыгнул!
Надо бежать. Не трогайте это меня. Я надеялся хоть один день прожить. Да благословит вас, святая моя. Сей гранде. Один день. Охотник стал дичью. Вот забавный способ передвижения. Друзья мои, у меня самые низкие цены в городе. Тебе нужна медицина. Терпи это, пожалуйста, сеньор. Благослови. Надо же, как они перетрусили. Внимание! Штрафы за ростовщичьи свиньи! От этих разжиревших собак! Форт Сарагаса! Какая удача! Наши бравые стражники превратились в толпу приготовленных мальчишек! Прикончи этих разжиревших собак! Форт Сарагаса! Тебя я чувствую на твоей стороне! Мы тоже! С этим вводится дополнительный налог на предметы роскоши! Точно! Они твои! Командир сказал на восток! Вы заплатите за то, что бросили свои посты! Сейчас поглядим, из чего сделаны гнусные тираны. Хорошо. Мелдио, беги, беги, беги! Приятно иметь с вами. Слушайте, я просто хочу есть. Назад, или я прикончу тебя. Кадардо, дерись как мужчина! Внимание! В течение следующих двух недель
тоннеля к северо-западу от города будет... Сошел с ума? Покупайте мод! Ну, значит, в другой раз. Подходите, друзья, с тех пор, как открылись новые шахты. Если вы купите... Не забудьте рассказать обо мне друзьям. Внимание, путники! На дороге в Болонью замечен разбой! Если вы купите... Может, в другой раз. Новые шахты, мои цены рухнули. Объявление врача Корсини. Бинди. Пожалуйста, Амирик. Стражник, политик, жадный купец, живый, чванливый святоша. Прошу осторожнее, Джо. Рам-бам-бам.
Подходите, люди. Спасибо, сеньор. Заходите еще. Счастливый день. Теперь в моей мастерской работают еще два... Пойте и возрадуйте! Подходите, друзья мои, на этой неделе. Я не могу этого сделать. Ничего не получится. Три кражи, замаскированные убийствами. Люди видят лишь то, что их учили видеть. То, что хочет показать им организация. Вышли на охоту. Куда же подевался Джон?
А что заставило мужчину вести себя так? Он должно быть опаздывает. У меня высокие цены! Но там... Ну, если передумаешь... Исцеляю всех. Подходите, Божьих друзья! Тварей. У меня есть все произведения искусства, которые вам. О, ну ладно, такое, я не способен. Я использую только... Видел бы это мистер Джеральди! В жизни не видела ничего подобного. Клоун из него так себе, верно? Еще один бестолковый. Кей, идиота! Ah!
Как это ловко у тебя получается. Привет, Клаудия. Посмотришь мои записи? А престо, Эцио. Я видел, как ты носил Марии перья. Хорошо, что ты пытаешься помочь ей, но ты должен понять, это бесполезно. Возможно, тебе стоит заняться более важными вещами. Я заказал для тебя новое оружие. Ты можешь забрать его у кузнеца, когда захочешь. Прости, Эцио.
друзья, заходите. Все в порядке. Но если что, приходи еще. Покупайте модное искусство! Aspetta. Andiamo! Подходи, не стесняйся. Самые модные. Эцио! Дядя, время пришло. Закончим то, что вы с моим отцом начали столько лет назад. Верно. Быть может, нам наконец-то удастся понять это пророчество и сорвать планы испанца. Начнем с поисков сокровищницы. Страницы кодекса приведут нас к ней. Давай посмотрим. Это карта всего мира. Но на ней изображены страны, которых не существует. Очевидно, они существуют. Думаю, их еще не открыли. Или не открыли заново. Как это может быть? Возможно, ответ мы найдем в сокровищнице. Значит, ты знаешь, где она? Нет. Нет, это невозможно. Похоже, сокровищница в Риме. Значит, испанец... Вот зачем он стал папой римским. Теперь мне все ясно. Он не просто добрался до сокровищницы, но и до посоха. Посоха? В кодексе говорится о двух ключах, двух частях Эдема, открывающих сокровищницу.
Одна из них – яблоко. А вторая – посох. Посох папы – это вторая часть Эдема. Мы годами, нет, десятками лет искали ответы на эти вопросы. И теперь мы нашли их. Возможно, испанец тоже их нашел. А если он попадет в сокровищницу, по сравнению с ее содержимым, яблоко – просто детская игрушка. Я отправлюсь в Рим и найду сокровищницу. А чем займетесь вы? Мы будем делать то, что умеем лучше всего. Поднимем смуту, это развяжет тебе руки. Скажи, когда будешь готов, племянник.
Эцио, нас ждет Рим. Дай знать, когда будешь готов отправиться в путь. Лочу! Чё ты, комгатье? Капюшон. Фу, тупые иностранцы. Фу. Это... Хочу! Тебе сюда нельзя! Эккола! Вон он! Oh.
Забавный костюм. Я зачем это? Я чувствую, где ты видишь? Вперед! На этот раз ты не убежишь. Ассасино! Ассасино! Сейчас ты умрешь! Я его не вижу! Не с тобой! Здесь убийца! Закройте ворота! Осторожно, парни! Это новичок! Действуем сообща! Попробуем на нем! Спокойно, парни! Он ошибется! Тогда мы его возьмем! Паченца! Ждите, когда он откроется! Не знаешь, что делать? Не волнуйся! Паченца! Ждите, когда он откроется! Спокойно, парни! Он ошибется, тогда мы его и возьмем. Во-во-во. Вперед!
кажется, плачу. Ужасно. Плачу! Он там, вперед! Он здесь! Какой нелепый капюшон! Фу, тупые иностранцы! Чёрт! Остановите его! Пецца ди мерде! Где? Эта голова будет... Волнов! ...на пике! Плачу! Он там! Взять его! Это занятие мне по душе! Он утирает! Вперед! Бей его! Быстрый ход! Хватайте его! Жди, когда он ошибется. Пытается! Он большой! Бей его! Он большой хитрец! Ты знаешь, что делать? Не волнуйся! Идите удобно! О, черт! Я надеялся, хоть один из них.
Черт! Ламадонна, я не хочу ничего знать! Мелдио, беги! Беги, беги! Пять иностранцев. Где-то я уже его... Куда он... Верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного. Рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все сотворено. Ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа. Верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного. Рожденного, несотворенного, единосущного... Я думал, я выше этого. Все зря. Я ждал слишком долго. Столько потерял. Покойся с миром, ублюдок. Ни за что. Нет! Почему ты еще жив? Понятно. Спасибо, что принес мне яблоко. Давай его сюда. Иди к черту. Да, ты не сдаешься, как и твой отец. Возрадуйся, дитя мое, ибо скоро ты с ним встретишься. Ты отдашь его мне? Как скажешь. Удивительно. Невероятная сила. Но если ты думаешь, что это тебя спасет, то жестоко ошибаешься. Трюки тебя не спасут. Я прикончу тебя, ассасин! Ты не остановишь меня! Правильно, бойся меня! По-твоему, сколько ты продержишься?
прикончу тебя, ассасин! Ты не остановишь меня! Трюки тебя не спасут! Как по-твоему? Трюки тебя не спасут! Нет! Ты не остановишь меня! Все кончено, Родриго! Сложи оружие, и тогда обещаю, твоя смерть будет быстрой! В самом деле, Эдсо, а ты... На моем месте ты бы тоже сдался. Сейчас узнаем. Наконец-то. А теперь я разберусь с тобой. Что это за место? Откройся, черт побери! Откройся! Все кончено, Родриго. Больше никаких фокусов. Никаких артефактов. Никакого оружия. Посмотрим, из какого ты теста, старик. Ну что же, если ты этого хочешь... Что тебе нужно в сокровищнице, Родриго? Разве ты не знаешь, что в ней? Неужели могущественные ассасины не... Не поняли чего? Бог. В ней находится Бог. Я должен поверить в то, что Бог живет под Ватиканом. Это логично, разве нет? Бог. Допустим, я тебе верю. Но что он сделает, когда ты откроешь дверь? Все равно. Мне нужно не его одобрение, а власть. А он отдаст ее тебе? То, что за этой стеной... Бог всеведущ и всемогущ.
А ты надеешься одолеть его с помощью древних артефактов? Ты ничего не знаешь. Ты представляешь Бога таким, как он описан в старой книге, описан людьми. Ты, папа, как ты можешь отвергать священный текст своей церкви? Я стал папой, потому что... Нет! Нет! Это мое предназначение! Мое! Это я, пророк! Ты никогда им не был. Давай покончим с этим. Нет. Твоя смерть не воскресит моих родных. С меня довольно. Ничто не истинно. Все дозволено. Покойся с миром. Приветствую, пророк. Покажи нам это, чтобы мы смогли воздать хвалу. Мы должны поговорить. Кто ты? У меня много имен. Когда я умерла, звали Минервой. А до того – Мерой и Мерой. И так далее. Есть и другие. Юнона, которую раньше звали Уни. Юпитер, которого называли Тинья. Вы... боги? Нет, не боги. Просто мы пришли раньше вас. Когда мы были в этом мире, люди пытались объяснить наше существование. Мы были более развитыми. Ваш разум не был к этому готов. Время не пришло. Может, никогда не придет. Неважно. Ты можешь не понимать нас, но наше предупреждение должен понять. Твои слова не имеют смысла. Наши слова не для тебя. О чем ты говоришь? Здесь больше никого нет. Довольно. Я хочу говорить не с тобой, а с помощью тебя. Ты пророк. Ты сыграл свою роль. Ты держишь его здесь, но, пожалуйста, замолчи. И мы сможем поговорить. Слушай. Когда мы были во плоти, а наш дом был цел, вы предали нас, ваших создателей. Что подарили вам жизнь? Мы были сильны, но вас было больше, и вы все желали войны. Мы были так заняты земными делами, что не смотрели на небо. А когда посмотрели, мир пылал, пока не сгорел дотла. Тогда и должен был прийти всему конец. Но мы создали вас по своему образу и подобию, способными выжить. И мы выжили.
Нас было мало. И вас, и нас. Потребовались жертвы, усилия, сострадание. И мир возродился. И когда вернулась жизнь, мы сделали все, чтобы эта трагедия не повторилась. Но сейчас мы умираем. И время работает против нас. Истина превратилась в легенду. Наши цели превратно истолкованы. Но это послание сохранит их для потомков. Пусть мои слова подарят кому-то надежду. Найди другие храмы. Тех, кому была ненавистна война. Они защищали нас. Спасали от огня. И если тебе удастся найти их, спасти плоды их трудов, тогда и мир будет спасен. Немедли, ибо времени мало. Остерегайся креста. Многие попытаются встать на твоем пути. Дело сделано. Сообщение доставлено. Мы все ушли из этого мира. Больше мы ничего не можем. Остальное зависит от тебя, Дезмонд. Что? Какой Дезмонд? Ничего не понимаю. Подожди! У меня столько вопросов! Что за черт? Есть минут 10, пока они... Нужно все мое оборудование. Готовы уйти раньше. Дезмонд! Да, да. Так, Шон, вы с Ребеккой пакуйте все и грузите в машину. А мы с тобой разберемся с тамплиерами. Они здесь? Они должны были найти нас. Удивительно, что поиски заняли у них столько времени. Идем. Так какой у нас план? Ну, уйдем мы отсюда, а дальше что? У нас есть еще одна база. Это у нас гости. Грузовик совсем рядом. Мистер Майлз, какая приятная неожиданность. А я-то думал, придется бросить на ваши поиски еще людей. Как мило с вашей стороны избавить меня от хлопот. Что тебе нужно, Видик? Чтобы ты вернулся домой. Мы так по тебе скучаем. Нам еще так много нужно сделать. Этому не бывать, Уоррен. Вы продолжаете глубоко разочаровывать меня, мисс Стилман. Я же спас вам жизнь, помните? И это ваша благодарность? Ты спас меня для того, чтобы и дальше экспериментировать с людьми. Ты убиваешь их. И ради чего? Снова этот избитый аргумент. Насколько я помню, вы все время были бок о бок со мной. Кровь этих людей и на ваших руках тоже. Ты должен остановить его. Понял. Ну...
больше тает с каждой минутой. Ой-ой-ой. Похоже, остались только ты и я. Радуйтесь своей победе, мистер Майлз, пока можете. Дезмонд, уходим! А, это ты! Давай! Помоги Люси сесть в машину! Быстрее, Дезмонд, нужно убираться! Время придет, Дезмонд. Уоррен получит по заслугам. Обещаю тебе. И что теперь? Куда мы направляемся? На севере есть хижина. Там мы будем в безопасности какое-то время. Мне нужно расшифровать твои записи и понять, что происходит. А затем? Вот, я вас всех подключила. Дорога предстоит долгая, и я подумала, что вы захотите поиграть с Анимусом. Ладно, но у меня еще есть вопросы. Что это было там, в сокровищнице? То, что ты видел, подтверждает мои опасения. Нам нужно опасаться не тамплиеров, совсем не тамплиеров. А кто нам угрожает? Солнце? Оно собирается поджарить землю? Вряд ли, но... не знаю. Ходили слухи о том, что магнитное поле Земли слабеет. Сильная вспышка на Солнце может привести к инверсии геомагнитных полюсов. А если это случится, то планета может стать нестабильной. Очень нестабильной. Это похоже на лженаучные теории. Но ведь первую цивилизацию действительно погубила какая-то катастрофа. А эта женщина, как ее там, Минерва, да? Считает, что катастрофа должна повториться. Значит, в любом случае нам крышка. Не знаю. Мы продолжим изучать записи, а ты поройся в воспоминаниях. Возможно, мы что-нибудь найдем. Ладно. Думаю, пора браться за дело. Посмотрите на мою небольшую галерею. Уверен. Я не тот, кто вам нужен.